Диск сейф, само собой. А, да, места, да, нету. Тим, здорово. Так, еще двое минус. Ход время кончается, да? Тикает. Хорош своим подавлением там. Перебегаем. Захватили. Захватили, ёптать, блин. Опять играть дальше эту карту. Всё, сыграл секунды просто, секунды. Пипец. Просто на точке высадки это парашютный. Да, я видишь. Видел. Капец, блин. Вот хочешь побыстрее проиграть, хер проиграешь. С этой картой тоже игра простится на SSD. Поддергивает ее порой. Текстуры не все подгружены. Как метки ставить тут? А, колесико. А с моей красной они идут. Блин, как же они отваливаются? Вот снайпубы реально. Они бы отваливались еще сильнее. Стамина кончилась. О, у меня тут мураши прямо. Тихо, блядь, тихо. Зажали демоны. Сколько я там настрелял уже? 21. Пойдет. Взять. Перед нами вот тот. Убил. Это РПД заливает. Ой, голову а, дал вот тут. Я, по-моему, с ним разменялся. Не-не-не-не. Вот
Вот в этом здании, походу, у них спаун стоит. Красная моя. Да, желтый дом, они любят желтый дом. Типа сельпо там какое-то местное. ПДЛ. Я могу ему форточку туда закинуть сейчас? Надо подойти там, зачистить, наверное, его. Иначе мы замучимся. Даю дымы туда. Я в форточку туда заспаун его отбил. Сейчас дымы раскроются немного, полезет под. Все, погнал. Вход в этом доме враг есть, в правом. Вот тут. Я граната. Да, есть. Убил. Все, снял. Прям на мне ДПшник. Лежит просто на сошечках под забором. Все, убили его. Хорош. Все, тут отделение закрыли и сняли ему аванпост. А медика нету, да? Медика нету. Метка есть где, чтобы мне сейчас не наступить туда? Вот здесь. Ага, 90 метров. Захватили, да. О, а теперь нам на север надо, капец. Вот тут пехота у тебя убил. Еще там же. Убил. Еще. Убил. Все, у меня справа два. Минус. Вот минус. Это аванпост. Гарнизон стоит. На метке. Граната? Да, гарнизон, граната гарнизон. Вот тут прям. Гарнизон, да, снимаю. Припасы убираю. Теперь на север пилить, пилить он. Не перевели, кстати, название. House of the Workers. Надо загуглить, где здесь дом Павлова. А это будет одна из точек в каком-то режиме прям. И он вроде как у них прям идеально воспроизведен. Нихер. Разворачивается. Блин, я неудачно пулю нахожусь. Хе-хе-хе. Слезок. Снайпер там отлетел только что. Вот я прям у нее, короче. Оп, еще один. А снарядов нет. Блин, где-то там союзники куда долго я ходят, где они там? Будем пока отстреливать пехотку у них. Офигеть. Два типа на моей метке. А вот этого шотнуло. Снайперу в касочку попал. Что-нибудь к тебе подходит? У меня вроде тип сидит, вроде не должен ко мне подкрасться никто. Да, так у нас далеко на самом деле наш дом. Так, еще один. Блин, только касочки там отлетают у снайперов. Сейчас будет этот новый аванпост. Один. Ази, здорово. А Оди Мёрфи 25. У меня какая-то даже ачивка, блин. Жалко, реально ты оружие не можешь подобрать. Это единственное, что. Чат, кто такой Оди Мёрфи 25? Что это значит? Ты что, какой-нибудь знаешь, чел, который 25 знаете, врагов убил или что? Подобно, что они там не хотят. Хотя бы оружие попасть, чтобы ты мог подобрать. А
А вот где видите точка разведчика? Готовы. Роллер, здорово. Ой, хорошо. Зацените чатик. Хорошо. Там как раз пехота сидела. Давай, давай, давай. Почти. Да. Так, где? Ну, я так и думал, что на юге. Убирайте, если что. Умираем и туда, да, идем. Угу. Миномет, ну убей меня теперь. Будь другом. А вот, челик, давай, эй, убей меня. Во. Советы Германии отправили. Мы за Германию. Ой-ой, минус 4. Бомбардировка сейчас будет. Ай, блин, слева лежал. Поздно заметил его. А сколько надо? Еще десятерых. Чат. Еще 10 челов. На чердаке снайпер. Удобно играть с маркерами над союзниками, но... Прикинь, сколько тут было бы тимкиллов, если бы не было этих маркеров. Был. Здесь и так-то союзники тебя умудряются тимкилить. А если без маркеров, то вообще жесть. Вот у нас в армии, считай, нет никаких маркеров. Чисто по форме определяешь. Тем более, если форма еще одинаковая бывает. Там вообще буквально... Смотришь на берцы, на ремень. Ага. Типа рубашка не заправлена в брюки. Ну все. Противник прям. И пока ты все это думаешь, он тебя пристреливает просто, понимаешь? Блять! А я не успел. Победа. Победа. Чуть-чуть не успел, блин. Все, десятку. Ты десятку надо успел. Было набить. 29 всего. Ой, поставил. На 90. Так, сейчас надо брать советов, успеть. Шайтану поставил. А, я забыл. Она сейчас закинет. Она сейчас закинет за совет. Поставь. Да, должен совет кинуть. Где еще? Где? Видал мосинку, бля? Несет, блин. Ты что взял? Положи на место, блин. Вот это мосинка пошли. Еще бронебойный будет заряжать. Нормальная мосинка. Кстати, прицел, по-моему, нормальный у мосина. Вот типы бегают примерно на 100 метрах, они ровно в базу входят. Едут, едут, там едет машина, фул машина. Куда, куда? Метка красная. Вижу. Пешились. Так, надо чуть-чуть позицию получше. А, вон они бегут, прям по полю идут, ползают. Только там текстура, там реально огонь прям в воздухе горит. Да, там какая-то текстура невидимая. Чего-то. Чего-то горящего. Там тоже текстура, что ли, не пойму. Что там они в поле? Стоги? Бестекстурные. Танк отступает назад. Горит. Чиниться, походу, встали. Блин, не видно там командиров. Ща я с берданкой лягу, походи. Там командиры предлагают сдать точку, чтобы поиграть еще за советом. Он там едет фул машина, прям по дороге с их базы. Можно сдать так. Да.
Слышу, полетело. Смотрите, по небу. Угу, пошла, полетели, пошла. Снаряд. Бля, какая-то она рандомная. Да, она меня накрыла, блин. Добила меня, точнее. Я уже вылежал нокнутый. Чё? Ну-ка, на эту кучку можно хотя бы зайти? Там кейт, блять. Зарвись там уже нахер, бля. Не думайте довести. Вот опять в ногу попал. Кровь была. А не шо ты почему-то? Порой. А тигр сгорел или нет? Второй этаж поднялся. Пошло вроде потихонечку. Заборчик этот с бревен, походу, невидимый. Готов? Блин, я только пристрелялся к мосине, сейчас карта закончится. Готов? Девять секунд, ну все, наиграли, блин. Готов? Жалко было, деньги просто на нее тратить. О, кому-то в каску там попал. Еще каску одну попал. Ёптыть. Давай, лезь, лезь, лезь. Еще кому-то в каску попал. Пойдем делать световку на мое место. Было отстреливать. Здесь типа. С подо мной снайпер у них сидит. Вокруг меня уже перерыло. Здесь у них спавнилка на мне. Я смогу снять ее, да, гранатой? Осколочной. Да. Ой, бля, как ты криво кидаешь их только. Ой, хорошо. Но он заспавнился. Один, да. Один успел заспавниться. У второго ножки просто полетели. Что? Ну, пума здесь. Блять, еще один лежит, а серьезно? Пулемет. Где-то спаун у них стоит, в натуре, блин, спрятанный. В общем, кратко о том, что понравилось и не понравилось в этой обновке на релизе. Определенно понравилась сетка прицела ПУ на Мосине. Потому что сетка нарисована вроде как даже правильно, на 100 метров.
плечи противника входят ровно в базу. А на 250 занимают ровно нижний пенек. А, плюс она не трясется, как американская сетка на Спрингфилде, как будто у снайпера болезнь Паркинсона. На немецкой я недавно не играл, не помню, что там нынче по прицельной сетке, но она тоже мне не особо нравилась. ПУшная, вот вообще отлично. Короче, нарисовано добротно. Единственное, были какие-то непонятности, что Мосинка не ваншотила. Иногда попадал по ногам, и соперник бежал дальше. Если учитывать тот факт, что с любой другой винтовки, с полуавтомата, либо с болтовки, убивает даже в кончик там пальца, то Мосинка почему-то не ваншотает. Не знаю, может быть, это просто баг, специально это сделано или нет, непонятно. Короче, ППШ индивидуально для ближнего боя оружие, так скажем. Потому что отдача не совсем сильная, но разброс такой приличный. Издалека из него сильно не пострелять, только разве что на подавление. В упоре, да, она имба, конечно. 5 барабанов по сколько там, 70 патронов, это жестко. Не понял насчет СВТ, почему они не добавили СВТ штурмовикам. По-моему, только у одного класса есть СВТ, и то, если класс прокачать до 3 уровня. Опять же, возьмем американцев, у них у всех М1 гаранты, которые ваншотят даже в ногу. У немцев есть геверы 43-е, у русских только ППШ и мосины, значит, пехотная и длинная снайперская. Если бы были СВТ, это было бы в разы эффективнее, короче говоря, чем именно либо ближний, либо дальний бой. Вот, по картам понравился Сталинград. Отличная карта, красивая, много укрытий. Единственное, сложновато иногда проходить, но в этом интересно. Курск не понравился в плане, что чистые поля и траншеи. Вот. То есть особо сильно маневров не посовершаешь. Только по окопам, по траншеям, иначе попадешь под просто там перекрестный пулеметный огонь. Короче, вот так. Посмотрим, может быть, они, конечно, с полуавтоматами сделали это специально. Я не знаю, может быть, будут дальше какие-то исправления. Поглядим, еще поиграем. А пока все. Вот. Значит, как у нас прошли первые несколько часов на релизе Hell Let Loose. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.